Знаете, насколько благодарным человеку может быть кот, которого спасли от уличной жизни, вылечили и подарили ему любовь? А вот добрая девушка по имени Алиса Гурова точно знает, что нет в мире более преданных питомцев, чем те, кому удалось помочь. Однажды девушка узнала, что у нее на работе появился котенок. Малыш попал в беду, угодив в машинное масло. Когда Алиса пришла посмотреть на питомца, она была шокирована тем, в каком состоянии было животное. Мало того, что Мурлыка был перепачкан машинным маслом, так бедняга был еще и слепым. Лапки совсем не слушались котенка, и он не мог нормально ходить. Алиса решила, что не оставит животное в беде, и решила забрать его домой, понимая, какой долгий и сложный путь им придется пройти вместе. Первым делом она показала котенка ветеринару, который назначил ему капельницы. Лечение длилось 2 месяца, а ее любимец поправлялся очень медленно. Хозяйка пролила немало слез, глядя на страдания котенка, но ей удалось поставить Мурлыку на лапки. Теперь это здоровый и взрослый кот, который ни на шаг не отходит от Алисы, преданно охраняя ее сон и встречая после работы. Девушка благодарна судьбе за такой подарок. Она чувствует, как сильно ее любит ее котейка и крепко обнимает его при каждой возможности. Спасибо Алисе за то, что не прошла мимо бездомного животного и подарила ему лучшую жизнь. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного.